Вот мы тут с Сережей заговорили про Казань, про некоторых знакомых. Появилась такая песенка про Казань у меня несколько лет назад. Дело в том, что мне в Казани последние годы приходится работать в архиве. Но, правда, последние два года я там не работал. Ну вот Катя там работала постоянно, ты на Кремлевской? Нет, в Казани нет. Нет, ты не работал в Кирове в основном, да? Да. Вот, тогда архив находился два часа от зала на Кремлевской и на 8 марта. Вот сейчас Кремлевская не приехали на декабристов. Ну, в принципе, это ведь для кого-то и не про архив, но масса общих знакомых каких-то вот... У меня жена закончила Казанский авиационный институт, у меня какие-то знакомые были и женщины, и мужчины из Казани. Какие-то, ну, соседний город, точно так же, как с Пермью. Володя, ты здесь, Мирошка? Да, я здесь. Ну, с Пермью, согласись. Да. У авторов наших с Пермью уже не одно десятилетие теснейшие отношения. Да, абсолютно. Авторов наших с Пермью уже. А, ну да, 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 да. Очень помнится, наши там тоже регулярно выступают. Ну да, у меня у самого там с Сережей Гулиным мы там как-то у нас был концерт. Старую Казань не вернешь назад, оно за обновленным ее фасадом. Вижу старый дом и твои глаза, а может потому большего не надо. Что с того, что путь мой всегда один, от Кремлевской до 8 марта, незаметно так дожил до седин. А теперь не знаю, что будет завтра. Сяду я в автобус такой большой, на пустое место устроюсь с краю. Где ты нынче есть, в стороне какой? Да и если ты, точно я не знаю, как здесь светом улицы залиты. Что же мне причудилось вдруг такое? Не уверен, так же бывали ты. А Казань играет опять со мною. Старую Казань не вернешь назад, оно за обновленным ее фасадом. Вижу старый дом и твои глаза, а может потому большего не надо. А может потому большего не надо. А может потому не надо.